Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 5, ремонт правой передней стойки. Салон хозяин разобрал, меньше работы. Ну что, снял дверь и теперь буду удалять все поврежденные части, усилители, порог и так далее. Итак, помятые детальки я удалил со стойки. Вот они, их я выкинул. Ну а днище буду вытягивать и равнять. Итак, днище я отравнял, установил двери, исправил завесы все, отрегулировал. И теперь я приступаю к разбору донорской части. Ну что, теперь у меня есть донорские куски, могу сваривать. Ставлю внешний металл порога для того, чтобы варить вот этот кусочек. Чтобы, точнее, ровно варить. Ну и затем все свариваю по очереди.
Итак, сварочные работы я закончил. Теперь все это дело покрываю грунтом, затем герметиком и в конце мовилью. Вот и все. На этом моя работа закончилась. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока!